Здравствуйте, это канал Максимадзе. Сегодня 17 марта. 17 марта это кое-какой ирландский праздник. Называется День Святого Патрика. У нас в России данный праздник не отмечается, но, как вам известно, канал Максимадзе отмечает все праздники, поэтому этот будет не исключением. В честь этого мы играем в Angry Birds Seasons, эпизод, который посвящен этому празднику. Называется Go Green Get Lucky. Праздник ирландский, зеленый, не у него примечательный зеленый цвет и вот такие вот лепестки. Праздник довольно интересный, День Святого Патрика, вон. Такие вот шляпы бывают носят. Но в России праздник такой никто не отмечает. Но мы сделаем исключение. Все-таки, на мой взгляд, праздник довольно интересный. Только немножко игра подтормаживает меня. Это не очень, честно говоря, радует меня. Так, запускаем бомба нашего. Окей, отлично. И трава сама по себе разрушилась почему-то. Эх, немножко не получилось, но ничего. Здесь 30 уровней и одно золотое яйцо в этом эпизоде. Правильно, опять спустил, надо было чуть-чуть дальше пускать. Отлично. Последний птенец сейчас не понадобился. Даже. Две звезды. Но, в принципе, мне пофигу, насколько звезд. Главное пройти. Ну что не убило-то, ё-моё. Да что ж ты будешь делать? Может сначала туда стрелять? Нет. Чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Так. Так, тут какая-то постройка, тут везде денежки, да опять монетки. Ну ничего, сейчас разрушим мы этот разговор. Хотя какой разговор, тут же стенка, перегородка стоит. Закрытые переговоры, блин, какие-то тут происходят. Да что ж ты будешь делать? Выше надо было немного. Блин, опять то же самое получилось. Опять этого не придавило.
Так, да что ж ты будешь делать-то? Не, все-таки так будем стрелять. Упадет? Нет, нет, не упадет. Не, что-то сложно. Давайте используем это. Что-то сложно как-то немножко. Лучше бы я вот это, наверное, использовал. Но, в общем, неважно. Блин. Чуть-чуть не повезло. О, четко, четко. Вот прям четко получилось попасть. Блин. Думал, динамит упадет. Палка эта. Последняя. Ну вот, другое дело. Какой уровень, кстати, 7-й? Окей. На 8-м, что ли, яйцо находится? Помню, на 8-м. Но могу ошибаться, не помню уже. Давно играл этот эпизод, уже нифига не помню. А, не, на этих-то она не упадет. А, вот, вот, вот оно, да, на 8-м. Нужно запустить туда чака. Только не видно нифига. Тут такой экран, что не видно, я лучше так сделаю. Блин, для этого яйца достать так сложно, блин. Только попробуем так. О, отлично. Это сложно было очень на эмуляторе ног сюда двигать. Что-то какой-то слабоватый взрыв был. Ах,
Ох, не так-то просто это, блин. Сложно в эту палку попасть просто. Нет, слушайте, я вот так сделаю. О, какие-то повозочки странные или тачки. Не, повозочки, вот тут, видите, денежки, деньги да и шляпы возят. Нет. Нет. Так это не получится. Туда сначала может стрелять. Да не долетит до туда, ё-моё. Да что ж ты будешь делать? Да не так, ё-моё. Так-то лучше. О, вот так-то лучше.
Так, ну и... Жаль, не взорвались, ну да ладно. 3 звезды все равно получили. Есть там динамит, правда, пользы никакой динамит-то не принесет нам. А, тут что-то сломалось, что ли? Значит, не просто так динамит тут стоит. Тут какой-то механизм такой, типа. Вечно один остается кто-нибудь. А, вот этот блок ломается, видимо. Наверное, не от динамита даже ломается этот кусок деревяшки, а от лепестка этого. Ну, точно. Окей. Что ж ты будешь делать? А какой уровень? 12-й? 12-й из первой половины, причем только. Там же еще вторая есть. Еще 3 уровня от Facebook, по-моему. Слабовато что-то. Вот последний немножко не туда упал. Куда надо? Ну чё не взрыв... Ну чё они не взрываются-то? Что у нас здесь? Тут какие-то... Вот это непонятно, что, то ли здание какие-то непонятные, это подземка такая. То ли... Не знаю я, что это такое.
Да что ж такое? Сложно опять стало. Так, три деревяшки помечены лепестками. Значит ли это что-то? Вопрос интересный. Рот-то разинул, ё-моё. Что ж ты будешь делать, а? Запечатали крепко. Так, какой уровень? 15-й. Собственно, конец первой половины. А, нет, что, все, что ли? А, нет, тут только... А, нет, тут 15 уровней, я ошибся, я с другим эпизодом, видимо, перепутал. И за это извиняюсь. Ну что ж, еще есть 3 уровня от Facebook. Перепутал с другим уровнем, бывает. С другим эпизодом. Просто я удивлен, что короля свиней не было на последнем уровне. Лучше. Так, сделаем туда лучше. Дерево это тоже прочное, блин.
Хорошо. Так, назад. Ну тут-то уже точно добьем. Все. Так, все уровни пройдены. О, одна звезда, две звезды, три звезды. Прям по номерам. Четко получилось. Ну и, наконец, золотое яйцо. Это открыть я не смогу, к сожалению. Слишком сложно и долго. Такой вот необычный уровень. Первая семья уже сама подохнет. Хотя вроде бы шляпы не должны падать изначально. Сами. Ну что ж, друзья, вот такой вот был эпизод в честь Дня Святого Патрика. На сегодня все, спасибо Господи Христос, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.